встречают по одежке. Эту поговорку сотрудники полиции должны знать так же хорошо, как законы Российской Федерации. Руководство межмуниципального управления МВД России Одинцовское смотр своих сил и средств проводит регулярно. Раз в квартал это мероприятие проходит на центральной площади города перед зданием районной администрации. Личный состав должен соответствовать требованиям, предъявляемым сотруднику полиции. Это проверка основных знаний, нормативных актов, закона о полиции и доведение оперативной информации за прошедшие сутки. Внешний вид полицейского регламентирует специальный приказ МВД. Он не допускает укорачивания юбок и рукавов рубашек, смешивания форменной одежды с гражданской. Он должен выглядеть опрятно, в красивой, опрятной, чистой форме, поглаженной, иметь все необходимые знаки отличия, нагрудный знак и так далее. Очередной смотр силы средств межмуниципального управления МВД России Одинцовское показал, наши полицейские стараются соответствовать строгим требованиям, хотя без замечаний все же не обошлось. Ряд недостатков есть, которые нам необходимо будет исправить незамедлительно перед заступлением на службу. А так, в целом, личный состав соответствует предъявляемым требованиям. Сразу после смотра сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, ППС и ГИБДД отправились нести службу, где, конечно, встречать их будут по одежке, а провожать по уму и профессиональным качествам. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».